Здравствуйте, друзья! Меня зовут Лейсан Гаязова, я представляю компанию «Дивго Ременкуль». И сегодня хочу вам показать квартиру планировки 4 плюс 1, которая находится на 6 этаже и имеет частичный вид на море. Она очень большая. Пойдемте вместе убедимся в этом. Ну что ж, друзья, мы вошли в квартиру. За мной входная дверь, все как обычно. Здесь у нас прихожая очень просторная, около, наверное, 1,60 м, 1,70 м у нас ширина коридора. По правую руку от меня у нас первый санузел. Это здесь у нас установлен подвесной унитаз и умывальник с зеркалом. Дальше идет гардероб. Гардеробная в этом случае у нас оформлена отдельной комнатой. И дальше у нас слева направо идут комнаты. Сначала мы рассмотрим с вами зал, потом перейдем на кухню, и затем целых 3 спальные комнаты нас ждут. Давайте начнем. Вот такая большая комната у нас представлена в виде зала. Здесь у нас порядка 30 квадратных метров. Окно на южную сторону, частично видно море. Это у нас 6-й этаж, достаточно высоко. Впереди застройка на данном этапе не планируется. Что остается? Вот эта вот грандиозная люстра, много света. Это остается, и остается здесь у нас кондиционер. Из зала можно выйти вот на этот балкон. Он вытянутой формы, как вы видите, примерно 1,20 м шириной и около 4,5-5 метров длиной. Смотрит он на южную сторону, на территорию соседнего комплекса. Впереди у нас пустырь. Скорее всего, он будет застроен. Когда, я вам сказать не могу. На данном этапе, как вы видите, здесь никаких работ не ведется. Видно частично море. Здесь у нас прям вот видно улицу еще. Прямо на выходе из этого дома уже видно там магазин. Можно сразу выйти, сделать необходимые покупки. Ну что ж, мы с вами переместились на кухню. Здесь у нас кухонный гарнитур очень большой. Мест для хранения безумное множество. Вот этот вот грандиозный остров, под ним, естественно, тоже везде у нас места для хранения. Все очень продумано. Столешник, кстати, из мраморной крошки. Остается у нас вытяжка, варочная поверхность и духовой шкаф. В этом случае есть ниши под габаритный холодильник и под посудомоечную машинку. Здесь у нас окно находится на западной стороне, и есть еще один балкон, это уже второй балкон в этой квартире, он находится на южной стороне. Давайте рассмотрим его. Балкон здесь у нас Г-образной формы, он тоже достаточно вытянутый, хозяева здесь вот отдыхают, как я вижу. Что могу отметить примечательного? Здесь у нас большой жирный плюс. Это котел, газовый котел здесь установлен, функционирует. Мы с вами осмотрели сам кухонный гарнитур, сходили на балкон, вышли. И вот сейчас я буду выходить обратно в коридор. Хотела отметить, показать вам. Здесь у нас есть небольшая зона отдыха, то есть кухня. Отдельная кухня сама по себе очень большая. Здесь можно сделать полноценную столовую зону. Мы с вами вышли из кухни, сейчас идем по коридору с южной стороны квартиры на северную. Здесь у нас первая дверь, это первая спальная комната, она около 11,5 квадратных метров, имеет свой балкон на западной стороне, балкон около 4 квадратных метров. Далее по коридору у нас находится общий санузел. Он большой, просторный, с хорошей душевой кабинкой. Здесь также есть у нас инсталляция и умывальник с зеркалом. На западной стороне также у нас находится вторая спальная комната. Она также около 11 квадратных метров, имеет окно на западной стороне. А теперь я вас приглашаю пройти в нашу родительскую спальную комнату.
Родительская спальня в нашей квартире около 16 квадратных метров. Имеет свой санузел. Он тоже очень большой, так же, как и общий. Также здесь есть свой балкон. Он Г-образной формы, около 6 квадратных метров. Находится на северо-западной стороне нашей квартиры. Ну что ж, друзья, мы посмотрели с вами нашу квартиру. Я думаю, вы со мной согласны. Она очень большая, большой зал, 3 спальные комнаты, очень большие. Отдельная кухня с зоной отдыха, аж 4 балкона. 3 санузла. Я думаю, что эта квартира достойна внимания. И цена в этом случае у нас рыночная, спокойная. У нас бывают всякие варианты. Но вот в этом случае цена и качество, они как раз совместимы. Что касается самого сита, это у нас комплекс находится посередине ТЭДЖ. Есть бассейн, как вы видели, детский, взрослый. Хорошая зеленая территория, беседка имеется, генератор есть, газ подведен. И что прекрасно, уже есть котел в квартире. Местоположение этого комплекса, я считаю, тоже очень удачное. Здесь у нас до моря буквально метров 250. Магазины тоже в пешей доступности, буквально нужно выйти на улицу. И слева, и справа у нас имеются магазины. До остановки здесь у нас до D400 метров 200 остается. Тоже достаточно близко, поэтому со всех сторон этот комплекс имеет свои очевидные плюсы. Те, кто заинтересовался нашим сегодняшним предложением, обращайтесь к нам. Будем ждать ваших отзывов и комментариев. Техническая информация по этой квартире будет представлена в инфобоксе под видео. На этом я с вами прощаюсь. До свидания. До новых встреч.